На службу до 15 июня будет отправлено около 6 тысяч наших земляков. Примечательный тот факт, что желающих отправиться в армию в этом году очень много. Большая часть кубанцев будет служить в Южном, а также в Западном и Центральном военных округах. Причем в президентский полк отправятся 20 парней из Краснодарского края. Они прошли серьезный отбор.